В украинском языке понятие «любовь» величает словом «кохання». Любить можно борщ с помпушками, с чесноком, под рюмочку водки. А вот кохати мужчине только женщин. Персидский философ Джалаладдин Руми растолковывал всем и про любовь, и про ненависть. Ненависть, по его утверждению, это неприятие другого человека таким, какой он есть на самом деле. И если мы воспримем кого-то таким, каким он и является, ненависть обернется любовью. Кто знает, какая-то слишком уж сложная метаморфоза в отношении всех людей. Философы, обобщая, напускают туману всегда. А вот в отношениях мужчины и женщины, очевидно, все значительно проще, потому что подсознательные человеческие рефлексии начинаются с первичного, с любви, кохання. Как раз она не пустит в сердца ненависть и откроет путь идеализации, благодаря которой мы не только примем своих любимых такими, какими они есть, а еще и наделим добродетелями, которые им не присущи. Незримая ниточка подсознательного взаимного влечения – это то, что прочно удержит пару вместе, когда эгоизм каждого в отдельности замахнется на их любовь взаимную. А убогую сентенцию «от любви до ненависти один шаг» придумали для своего хоть какого-то удовлетворения вечные неудачники, которые, возможно, и способны любить что-то, но проклятые как раз кого-то кохати. Выбрось ключи, я к тебе в окошко пойду, а теперь молчи.